составе сборной команды Российской лиги профессионального джиу-джитсу выступят сочинцы Егор Тернов, Ольга и Мария Авдеева, Екатерина Поликашина и Анастасия Ячевская. Сейчас спортсмены усиленно готовятся к турниру. Помимо стандартной подготовки, в программу вошли специальные силовые упражнения, психологическая подготовка, работа над дыханием и восстановлением после схваток на ковре. Разработана и усиленная программа технических действий японской борьбы. Напомню, что джиу-джитсу в Сочи – молодой вид спорта, но в нашем городе уже есть победители и призеры чемпионатов и первенств России, обладатели титулов победителей краевых турниров. Уже в марте Егор Тернов и Мария Авдеева представят Россию на первенстве мира в Абу-Даби.